Национального конкурса на лучшее литературное произведение для подростков «Книгуру». Этот конкурс в России проходит уже четвертый год, но для наших соотечественников за рубежом этот конкурс пока еще не... Сейчас, прошу прощения. Но среди наших соотечественников за рубежом конкурс пока еще не очень широко известен, хотя читателей из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов Америки, у нас есть довольно много. Я хочу обратить внимание родителей, которые хотят сохранить русский язык своим детям, наш конкурс. Наш конкурс делает современную российскую литературу для подростков доступной. На сайте книгуру.инфо работает единственная в мире и работает первая и единственная в мире легальная общедоступная библиотека современной литературы для подростков на русском языке. Туда можно заходить, читать даже без регистрации, получать большое удовольствие. А в то время, когда идет голосование, все подростки в возрасте от 10 до 16 лет, которые читают по-русски, могут приходить оценивать книжки. И от их оценки действительно очень многое зависит. Вот здесь на полке вставлены книги наших победителей за несколько лет. И некоторые из них, вот, например, вот эта вот книжка «Библия в смс-ках IN» – это очень сложный социальный роман о современной России, рассчитанный на читателей возраста от 14 лет и старше. Или вот эта вот замечательная книга, роман Эдуарда Веркина «Облачный полк» о Второй мировой войне и переосмысление того, что произошло во время Второй мировой войны. «Дети в партизанском отряде. Взросление в такой вот сложной ситуации». Это книга для подростков возрасте от 12 до 13 лет.
эти книжки не появились бы, если бы за них не проголосовали сами читатели, если бы за них не проголосовали дети. Как для подростков, они считают, что подростки не читают, но когда им показывают, что подростки читают, причем подростки по всему миру, по-русски читают люди и в Германии, и в США, и в Австралии, и в Израиле, что естественно, тогда издатели говорят, пожалуй, мы сделаем эту книжку. И поэтому русскоязычные читатели из США могут тоже повлиять на судьбу русской детской литературы. Окей. Спасибо. Ваше впечатление от выставки, что у вас? Вы первый раз вообще на этой выставке или уже были? На Нью-Йоркской первый раз, но вообще на книжных ярмарках за рубежами России, на российских, естественно, я бываю. А что здесь вам понравилось на этой выставке? Что-то было интересно? Вы ходили или целый день у стенда? Нет, конечно же, я ходила, я смотрела, но то, что меня порадовало, это такие локальные радости. То есть я радовалась, что сейчас наши издатели вводят нас в контекст мировой детской литературы, и я занимаюсь детской литературой, поэтому я смотрела книги для детей и подростков. И если не названия, то, по крайней мере, имена тех, чьи книги представлены на стендах, во многом нам знакомы. Вот это вот приятно, чувствовать, что Россия больше не оторвана от мира. Да, ярмарка разная, у каждой своя фишка. То есть вот на российских книжных ярмарках очень много родителей с детьми. Практически, не знаю, две трети посетителей – это родители с детьми. На парижской книжной ярмарке туда детей приводят целыми классами, и для них специальные программы существуют. Точно так же, как существуют специальные программы для детей на книжных ярмарках в России. На франкфуртской книжной ярмарке тоже там отдельный огромный детский павильон, куда ходят родители с детьми, куда можно сдать детей на передержку, пока родители ходят и смотрят книжки во взрослом павильоне. В Нью-Йорке немножечко другая обстановка. В Нью-Йорке, я так понимаю, Это вообще было два дня, это был, людей не пускали, или был только бизнес, знаете? Да, я знаю, что это был бизнес-день. Были бизнес-дни, что посетители появились только сегодня. Это тоже другая, это особенность специальной нью-йоркской ярмарки. Я не знаю, что можно сказать, лучше, хуже. Они устроены по-разному. Что-то как, вы в Нью-Йорке были уже много раз, первый раз, какой-то раз? Второй раз. Ну вообще, как вам Нью-Йорк? Как отношение людей, как оно? Много говорят по-русски, нет? Слышно русская речь? Да, русская речь слышна в количестве, чем даже больше, чем я ожидала. Если учесть, что за пределы Манхэттена я еще не выбиралась. Там будет обычно не меньше, а больше. Спасибо.